сантехника вызываешь, он неполадки не устраняет, потому что у кого-то задолженность. Это что такое? Почему должны люди все страдать по коммунальной квартире, если кто-то один не платит? Это что такое? Потом сантехник приходит и говорит, вот с вас будет столько-то, столько, только не будет квитанции, отдайте мне в руки. Это по какому? Это что за компания? Почему такие сантехники работают в этой компании?